Липаш, спасибо большое за донат. Оцени музыканта как культурный феномен и как любителя классической музыки. Ну, сразу видно, как бы, чел из высшего общества. Я когда слышу такую классическую музыку, у меня, если честно, сразу вот этот мем, типа, вспоминается. Обычно не доначу ниже, а просто захожу. Слушаю интересно. Петр Малиновский, спасибо большое. Не доначу из жадности. Клево, клево. Осуждаю. Моргенштерн до того, как стал известен. Закурить вот такое. Я не знаю, мне первый класс, кстати, когда я вот как раз учился в первом классе, вот у нас во дворе слушали. Ну, бля, мне никогда не нравилось. Какой-то хз. А вот АК-47 заебись. А это так. Он как будто предугадал будущий модерновый говнорэп. Еще и, типа, вот у него реально прям совсем тупые местами эти строчки, и кто-то сыт на кого-то и так далее. Не доначу не из жадности должно быть. Ну так даже лучше получилось в итоге. Не доначу из жадности обычно. А, ну да, не доначу не из жадности. А просто захожу, слушаю по пути. Ну типа да-да-да, то есть, короче, не донатишь, потому что ненадолго забегаешь обычно, я понял. Ну, жиза, я так тоже иногда делаю. Легенда будет жить в наших сердцах. Все равно адекватно состоятельные люди. Может быть, вполне. Ну, не знаю. Мне он вот как не нравился и не нравится, если честно. Врать не буду.